Приветствую всех в солнечном Лос-Сантосе. С вами снова Роман. Вы скажете: Роман, чем это ты тут занимаешься на пляже? Да дело в том, что решил я все-таки, ребята, купить себе яхту. Поэтому сейчас нахожусь на берегу и займемся тем, что приобрету я все-таки наконец себе это, ну не то чтобы транспортное средство, яхту. Будем покупать сегодня яхту. Заходим в интернет. Сайты, наверное, DockTees. Вот здесь вот. Супер яхта. Да. Вот здесь вот можно приобрести яхты. От 6 миллионов стоимость такой вот яхты. Давайте посмотрим, какие тут есть варианты. Вариантов всего 3. Орион за 6 миллионов. Так, рыбы за 7 миллионов. Ну, на картинке, конечно, особо тут не посмотришь. Ну, вот так вот они выглядят. И водолей. Водолей за 8 миллионов. Ну, давайте я, наверное, возьму самую дорогую. Да, водолей. Тем более я знак зодиака, именно водолей. Так что мне эта яхта подойдет. Фитинги выбираем. Хромированные. Золотые. Ну, пусть будет, даже я не знаю какие. Золото. Ну, пусть будут золотые. 750 тысяч, кстати. Так, иллюминация. Ну, пусть будет вот такая фиолетовая. Или даже нет, лучше. Пусть оранжевая будет. Дальше что? Дизайн. Ну, я выбираю оранжевый цвет, потому что как бы у меня цвет моей банды оранжевый, поэтому пусть будет вот так вот оранжевый здесь тоже. Так, флаг. Ну, наверное, Россия, конечно. Яхта. Так, у меня скинулось. Еще раз. Я там начал набирать. Вот здесь нужно набрать. Яхта Ромена. Так вот пусть будет. Флаг, конечно же, Россия. Дальше. Ну вот и все. Больше тут ничего особенного не выберешь. 9 миллионов 700. Короче, в 10 миллионов не обошлась эта яхта. Покупка обрабатывается. Благодарим за покупку. Надеемся, что останетесь довольны. Ну, собственно, наверное, останусь. Я вот вижу здесь, видите, две вертолетные площадки на носу и сзади. А на корме еще есть и бассейн. Так, денежки с меня списали. Ну, теперь осталось только найти ее. Попасть на нее можно по морю или по воздуху. На яхте можно жить, как в плавучем доме. Сообщение мне. Так, а, вон она появилась. Вон, впереди меня. Могу позвонить капитану и попросить доставить на берег рядом с вашей яхтой вертолет или катер. Вон оно что. Каким-то образом же мне надо до этой яхты добираться. Так. Ну-ка, давайте попробуем. Правда. Ну, я вообще-то могу и на этой машине доехать. Она у меня летающая. Ну-ка, а если позвонить, правда, капитану? Так, а если кнопочку М... Здесь у меня появилось что-нибудь. Подвижной командный пункт. Нет, видимо, нужно звонить капитану. Ну, давайте попробуем, как это выглядит. А, вон был. Капитан. Брендан Дарси, your captain.
Так, заказать вертолет за 1000, заказать катер за 750. Ну, пусть будет катер. Так, катер доставили, правда, где-то его доставили-то далековато. Хотя зачем мне катер, блин? Я могу на этой машине добраться. Ну-ка посмотрим, что за катер. Ну вон катер. Ну давайте возьмем катер, правда. Интересно, как это выглядит. На катере. Ну, катер-то неплохой, смотрите, кстати. Можно даже на самом катере просто гонять. Видите, приложение к... приложение к яхте... Вот такой вот катер. И вертолет, кстати, смотрите, вон точно, смотрите, стоит. О, да тут еще у меня, смотрите-ка, сколько всего. Тут у меня и эти стоят. Яхта Романа, ой, как красиво все выглядит. Тут у меня еще и гидроциклы стоят, причем аж 4 штуки. Так, залазим на яхту. Гидроциклы. Прикольно, все это входит в стоимость яхты. Яхта Романа, Россия, вот так вот. Все это красиво выглядит. Еще один катер, смотрите-ка. Вот этот катер-то покруче будет. Ну-ка. Это вообще скоростной какой-то. Нажмите Е, чтобы причалить. О, это вообще скоростной. Вот так вот купил яхту, а вместе с ней еще и гидроциклы тут входят, и два катера, а вон там стоит еще и вертолет. На вертолете можно будет погонять. Ну-ка, как тут причаливать? Так, пойдемте как смотреть теперь саму яхту. Так, допрыгну я, да? Допрыгну. Тут музончик играет. Бассейн есть. На моей яхте. Да это не просто бассейн, это джакузи. О, видите, как можно тут отдыхать. Слушайте, ребята, вот так вот можно тут балдеть на яхте. Мне это нравится. Так, ладно, пойдемте внутрь смотреть, что внутри-то. Сразу я одеваюсь. Так. Белый халат добавлен в гардероб. Можно переодеться. Яблочки лежат. Ну, неплохая комната. Я даже скажу, тут все роскошно. Телек даже есть. Опа. Телек можно смотреть. Тут бармен. Слушайте, ну за 10 лямов вполне нормально. Вполне нормально. Причем, кстати, место появления я могу теперь выбрать яхту, если я правильно
пригласить на яхту. Ну, приглашать некого, потому что я тут один. Так. Старт. Есть тут яхта? Да, частная яхта. Вот, пожалуйста, могу при заходе в игру оказываться здесь. Так, сейчас я все-таки в бункере. Яхта Водолей, яхта Рома. Ну, весьма неплохо, мне нравится. Так, тут еще есть комната. Так, вот здесь кровать. Ну, то есть тут я сплю. Опа, еще и гранатомет тут был. Компьютер. Можно отсюда выходить в интернет. Да, здесь можно отдыхать, спать. Тут несколько этажей этих комнат-то. Снайперская винтовка лежит. Ну, у меня все это есть. Зачем так много комнат? Так, душевая. Туалет, еще одна кровать. Тут пулемет. Здесь что, тоже пулемет. Еще одна, тут три комнаты с кроватью. Это вообще какая-то, не знаю, сколькиместная кровать. Ну, по нижнему этажу. Все понятно. Пошлите наверх. Ну, красиво. Ну, вы скажете, еще бы за 10 лям. Она была бы некрасивая. Ну, вообще-то, да. Так, там я был. Покинуть кабину. Так, пойдемте, наверное, на второй этаж. Наверху тут вертолетная площадка. Да, и вот вертолет. Так, а это я куда могу зайти? А, это здесь рубка, капитан. Управление. Так, переместите яхту за дополнительную плату. 25 тысяч стоит. Вот, можно, видите, яхту перемещать. Ну и внизу карта, куда ее переместить. Северный Чумаш, но это далековато. Вот около военной базы. Здесь на юг, на юг. Веспуччи Бич, а здесь яхта стоит. Можно вот сюда. Восточный берег, ну и дальше по восточному берегу на север. И заканчивается Палета Бэй. Но пока никуда не будем перемещать яхту. Ну, можно. Можно, значит, ее и вот так вот перемещать. Правда, стоит, конечно, 25 тысяч. Это перемещение. Так, пойдемте на нос. На носу. Еще одна вертолетная площадка. Несколько этажей на этой яхте. Яхта-то громадная. Так, вот она, вертолетная площадка. Ну и, собственно, все, тут больше ничего нет. Ну и диванчики. Диванчики, где можно посидеть. Вот такая вот яхта. Дали вертолет. Ну, у меня, конечно, есть уже два вертолета. А тут, видите, еще в дополнение дали еще один вертолет. Кстати, он как-то тут называется.
Нет, тут его нет. Ну-ка, сейчас я должен в него сесть, и там должно мне показать, как он называется. Нет, не показали. Ну вот такой вертолет. Вооружения у него нет. Хотя, если честно, на вертолете, конечно, проблематично тут садиться, хотя. Ну вот. Переднюю посадочную. Короче, вот такая вот яхта за 10 лямов. Скажите, зачем она нужна? Да особо она ни зачем и не нужна. Просто так тусить здесь с друзьями. Ну и вертолеты, и вот эти гидроциклы, катера, все это как бесплатное приложение к этой яхте. Как бы вот так вот. Ну, на гидроциклах можно погонять. Так, ну что же, на этом все. Покупка яхты, яхта Романов. Если кто играет, ребята, приглашаю. Вот у меня в левом верхнем углу ник Роман на конце 2N. Пишите, заходите. Всегда буду рад вас увидеть на своей яхте, на яхте Романа. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до следующей серии игры GTA Online.